Привет, представься. Кушнарев Андрей, команда Луга. Как тебе игра? Как соперник? Хороший матч. Соперника помним по первому кругу, в принципе, ничего нового. Они не показали, не удивили нас. Ну, мы играли в свой футбол привычный, комбинационный. Вот. Ну, немножко, конечно, расхлябано местами. Могли больше забить голов. Ну, в целом, продышались хотя бы. Первая игра сезона. Вот. В принципе, нормально все прошло по плану. Все, спасибо большое. Спасибо.